Друзья, всем привет! С вами Ильичев Антон. Сегодня буду, значит, чтобы было не скучно нам с вами, я решил сегодня сделать сырники и показать вам, как это делается. Значит, будут сегодня сырники от частого гостя кладбища. Все, друзья, потихонечку начинаем. Я купил, значит, изюм у меня есть. Я купил творог, творог есть. Есть мука и яички. Вон. Забыл яички-то. Вот, все приготовил. Все у нас готово, да, Урси. Мука, творог, изюм, яички есть. Все, потихонечку начинаем готовить сырники от частого гостя кладбища. Два-два-рад, пекут друг другу торты, режим не соблюдают, не живут по спорту. В отделениях выпечки для чая и компота. Повара, пекут друг другу торты, повара, пекут друг другу торты, режим не соблюдают, не живут по спорту. В отделениях выпечки для чая и компота. Повара, пекут друг другу торт. Я в кисель, немного соды капнул, размешал, попробовал, но что-то как-то слабо. Угощение готово, но чего-то не хватало, потом кремом смазали, короче, густовато стало. А в рецепте пудры сахарной надо 100 грамм написано, но как бы я чихнул и просыпал грамм не 100, а 300. Но надеюсь, что в моем торте стало чуть послаще для того, чтобы осуществить желание заказчика. Первый мой заказ простой был торт банановый, миндальный, а второй вы сложный, куличей 150 пасхальных. От души понравилось, недовольных было трое. Эти трое мне сказали, тесто в куличах сырое. Повара, пекут друг другу торты, режим не соблюдают, не живут по спорту. В отделениях выпечки для чая и компота. Повара, пекут друг другу торты. Повара, пекут друг другу торты, режим не соблюдают, не живут по спорту. В отделениях выпечки для чая и компота. Повара, пекут друг другу торты. Если ты отличный повар, но стесняешься провинции, то тебе одна дорога в кулинарии столицы. Любишь шоколадных тигров, вафли, пралине в конфетах. Мы печем здесь только торты, остальное все в буфете. Белый крем возьми сначала, а потом пройди зеленым. Погоди, ты что солил? Торт не может быть соленым. Кто ты по профессии? Повар, кулинар, заочник. В принципе, уже не важно, по-любому торт испорчен. Повара, пекут друг другу торты, режим не соблюдают, не живут по спорту. В отделениях выпечки для чая и компота. Повара, пекут друг другу торты. Повара, пекут друг другу торты, режим не соблюдают, не живут по спорту. В отделениях выпечки для чая и компота. Повара, пекут друг другу торты. Ну вот, друзья, готовы сырники. Сейчас я буду их кушать с молоком, наверное. Все очень круто, конечно, сырники, это очень вкусно, очень полезно, творог нам полезен. Но самое плохое, друзья, самое плохое, это, конечно, вот это потом убираться. Вот это все убирать, там это вся мука по всей кухне, это все там пам-пам-пам, это посуда, блин, этот лоточек помыть, это туда-сюда. Короче, не часто я делаю сырники от частого гостя кладбища. Да, но вот так вот, да, можно там раз в месяц сделать сырники, очень вкусно. Все, друзья, что хочу сказать я, значит, насчет моих планов. Все еще я планирую насчет моего похода, уборки и ночевки в лесу. Будет видно, посмотрим. Я, конечно, не буду ночевать прямо на кладбище, но где-то, чтобы это было, находиться где-то специальное место отведенное. Планирую. Уже все практически я готов, все я сделал. Все я там приобрел еще чего-то там, купил, да? Там котелочек некий. Ну, вот так вот все, друзья. Всем, значит, хорошего дня, хорошего настроения, ешьте сырники. Рецепт... А, значит, как я его делал-то, как я их делал, сырники. Кстати, забыл я там снять, когда добавлял изюм, друзья, изюм. Забыл снять, когда добавлял изюм. Я там слепил туда-сюда, все нормально. Я их прям обжарил чуть-чуть, обжарил на сковородке, потом положил на противень, еще в духовке. Они у меня минут 10 доходили, грубо говоря. Ну все. Все, друзья, всем пока, всем хорошего настроения. Сырники от частого гостя кладбища сегодня случились. Пока!